Привет, ребят! Сегодня будет влог, как я иду к своей сестре. Мы будем заказывать пиццу и смотреть фильм. А вы оставайтесь с нами. Погнали! Ребят, хотела вам еще сказать, оцените, пожалуйста, звук. Сегодня я решила снять на петличку. Оцените звук как нормально или лучше без петлички. Напишите ваш ответ в комментариях. Ребят, только что уже оделся. Сейчас будем уже выходить из дома. Только что одел маечку красную, брючки черные, вот такую вот олимпийку и кеды черные, да. Все, уже выходим из калитки. Только что сел в машину, уже едем. Только что вышел уже из такси, сейчас будем заходить уже в дом. Сказать, мне с петличкой неудобно снимать, я решила ее снять. Сейчас я... Да, все, я сейчас ввел в пароль. И сейчас заходим уже. Это Рексик. Сейчас я вам покажу Рексик. Вошел в дом. Сейчас мы будем с Пиланой заказывать пиццу и будем смотреть Титаник. Будем заказывать вот эту пиццу. Пицца пепперони, 2 штуки. И будем уже смотреть фильм. Мы заказали 2 пиццы и 2 салата. И у нас получилось 4190. Только что заказали пиццу, только что включили фильм. Ждем пиццу и будем еще досматривать фильм. Милана уже не сдержалась и решила покушать уже Биг Бон. Какая ненасытная девочка. Лена, жрите, это диетическая еда. Школьница. Это диетическая еда, смотрите. Ты что? Огурчик. Огурчик, майонезом, колой питается. Самой вредной едой питается. Это этот диетический процессор, который очищает организм. Всем советую. Милуш только что пришел из школы. Как только придет пицца, мы вам это покажем. А мы уже начали просмотр фильма. Мы начали уже просмотр фильма, а наша бабушка пришла покушать грушу. Познакомьтесь с моей бабушкой. Здравствуйте. Всем привет. Як шалар, херкезе. Познакомьтесь с Милушем и познакомьтесь с моей сестрой. Всем привет, доброго вечера всем. Меня зовут Милана, я сестра двоюродная Милана. Всем привет! Все? Только что принесли пиццу, сейчас будем мазать. Вот так вот выглядит пицца, да, Милуш? Угу. Сейчас будет Милуш налетать, да? Все, мы уже поужинали. Милош сейчас делает уроки вот там. Вот там он делает уроки. А я уже иду домой. Сейчас я уже оденусь и буду уже выходить из дома. Все, Лан, пока тогда. Все, пока. Спасибо за столь приятный вечер, Милан. Кино было просто бомбезно, еда была очень вкусная и насыщенная. Жду тебя еще, мой дорогой, в гости. Всем пока. Все, пока-пока. Пока. Теперь настало время урока, время учебы. Завтра школа. Все. Все, я уже выхожу. Сейчас одену кроссы уже. И едем на такси дома. Все, сейчас быстренько одену кроссы.
не буду останавливать съемку. Прям так, целиком. Все, идем. Классный влог, да, наверное, получился? Или коротенький? Коротенький. Ничего. Все. Только что подъехали уже домой. Сейчас будем уже заходить в дом. Только что уже зашел в дом. Я уже уроки сделал до этого, чтобы пойти в гости. Сейчас уже будем с вами прощаться. И на этом заканчивается мой влог. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на красную кнопочку подписаться. И не забудьте колокольчик. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там выходят новые фоточки и сторис. А всем пока-пока. Увидимся в новых роликах.